Ну и начинаем выпуск со срочного сообщения столицы Мали. Там боевики напали на отель «Рэдисон». По последним данным, в здании находится около 10 террористов. Они удерживают в заложниках 170 человек. Очевидцы сообщают, что вблизи гостиницы слышна стрельба. Есть информация о двух погибших. Полицейские оцепили территорию вокруг отеля. Мы следим за развитием ситуации и вернемся к этой теме в течение выпуска.